Мы путешествовали на восток, через горы и через безбрежную пустыню разбитых земель. По прошествии дней мой спутник рассказал мне о себе, что он когда-то был великим воином, и что сейчас его гнетет тяжелое, темное, тайное бремя. О, нашла, куда нам... Во, портал. Мы тут были? Да, были, но эту дверь не проверили. Сейчас туда отправимся. Пошли. О, ты привел друзей? Как мило с твоей стороны. Да, надо было их убить, чтобы они за нами в портал. Хотя по игре нам без разницы. Святилище наваждения Хоразона. Такая интересная локация. Я люблю такие мосты и бесконечную даль, темную пустоту. Один не справится с этим. Почему он не идет за мной? Он ждет, пока я разберусь с ним сама. Я как бы понимаю то, что у меня уровень выше, но я тебя не просто так покупала, чтобы ты стоял в стороне. Ждал, пока я все сделаю. Иди за мной. Он теперь не может дорогу найти. Вот глюк-то. Иди сюда. Наконец-то. Он мне моего хомяка напоминает. Он тоже... Сначала по-пластунски медленно изучает новую территорию, ползет, ползет, потом как побежит, вот этот тоже так же находит дорогу. Да ёлки-палки. Достаточно манны. Вот, с манной другое дело. Они добили моего напарника. Но я не могла отвлечься. Здесь ждала тебя смерть, Хасейн. К печальному сожалению. Без манны, как и без рук. Как интересно сделано. Тут есть лесенка. 2D анимации. Мне нужно. Недостаточно манны. Блин, они от меня еще убегают, эти ведьмы. Грилл морские ведьмы. Повелительница вампиров. Вас таких уничтожаю. Еще один оборотень. Ведьма это тоже, по идее, оборотень, который может притворяться обычным человеком. На самом деле таить в себе зло. Это тот же оборотень. Мне нужна манна. А я терпеть не могу оборотень. Который притворяется кем-то для того, чтобы совершать свои коварные цели здесь, на земле.
Недостаточно. Меня убили. Здорово. Супер. Нет. Вот для этого, для таких случаев мне пригодится то, что я сложила в сундучок. В свой сундучок. Вот это я продам. Вот это я одену на себя. Я тоже одену на себя. Вот это можно, кстати, добавить руну. Какую руну добавить? Броня снижает 15% снижения падения выносливости. О, кстати, выносливость постоянно падает. Давайте добавим какую-нибудь руну. Повышение шанса блокировки. Одинаковые, да, нет? Ага. Давай так и сделаем. Так, и это я сейчас продам. Кольца. Время отравления мешается на 25%. А меня, по-моему, здесь там никто не отравлял. Вот так сделаю. Хорошо. Надо добраться сначала до нашего тела. Так, купим. Что я могу сделать для тебя? Тут ерунду надо купить. У меня там есть ключи, сейчас их возьму. Нам нужно было наскребсти на напарника. Добрый вечер. Здрасте. О, 21-го есть, 980. Чего? Да он, по-моему, качается. Боевой. Ладно, 19-го купила. Так, не мечись тут. Где я ж портал там активировала? А тайное святилище не активировала? Вот ты гонишь. Этого не может. Алтарь восстановления. Еще кого-то не добил, оказывается. Так, вот у нас алтарь. Так, бежим к нашему телу. Нет, сначала по той же дорожке бежим. К нашему телу. Главное, не отставай от меня. Как это делает тот хомячок. Твой напарник Хосейн. Подождите, вообще как бы опасно. Сейчас, секундочку, не так сделаю. Без ловушек опасно. Драться. Мое тело.
Я перегружена. Я не могу ничего больше. Подожди, он сейчас его добьет. Мне нужна манна. Так, все. Я не могу нести больше. Сейчас разгребем, подожди. Ох, что-то жалко, все выбрасывает. О, это наше кольцо. Вместо какого поставим? 31 атаки. Так, сделаем. Так. Все супер-дуперское. Я перегружена. Давай, подожди, мне жаловаться-то. Все. Время отравления уменьшается на 25%. Ну, это надо продать. Так, свиток. Там газ не беру. Можно обратно сейчас подобрать. Манны. Хотя легче потом. Мне нужна манна. Городского портала. Больше не боитесь яда. Сейчас кто-то очень ядовитый будет. Судя по тому, что здесь нам сказали. Здесь мы не проверили. Надо вернуться. Чука. Амулет какой-то. Ой, нет, подожди, а чего у меня ни одного амулета нет? Амулета, я чё? А, я тогда продавала амулеты. А мы выполняли задание с квадрическим посохом, да? Я думаю, ой, я нашла себе по уровню супер амулет, да? А его надо было соединить с древком и с навершием. То есть навершие это был амулет. Ну и все, все мои амулеты улетели. Повелительница вампиров. Опасно. Меня эта способность выручает, хвост дракона. Благодаря этому алтарю мы восстановили ману. Я их убила. Правда, не знаю, как далеко мы еще пройдем. Обычно земля, вода, воздух. Огонь в центре. Либо дух, либо... Как это выражается, любовь, да? Чаши. Я
Нифига себе. Громоотвод какой-то. Ловушка. Надо пройти туда вперед. Оу, все мое барахло здесь осталось. Прикольненько. Надо накупить лечилок, ой, лечилок маны и пользоваться магией тогда. Добрый день. Так, защита 77, это 10 тысяч стоит. Деньги на это тратить, мне напарника надо купить. Сначала. В таком случае я всегда надеюсь, что я что-то соберу, но чаще всего я ничего не собираю. Мне надо нанять напарника. Мощника 22 уровня. Да. Ой, стой! Куда я попёрлась? Никакой канализации. Привет! Купить лечилок. Ага, сейчас. Денег нема. А чё мне этим посохом пользоваться? Лучше пользоваться вон ловушками. Кстати, да. Хвост дракона мне только так помогает. Так, перемещаемся туда. Так, ходит реально мой хомячок. У него, кстати, нет кликухи. У него много позывных. Блин, как далеко переть. Но кликухи это, но именно... Имени у него нету. Но у него было несколько имен, которые периодически менялись. Так что-то ни одной не привязалось. Гуську я тоже Матильдой называю периодически. Она в последнее время себя плохо ведет. Так, подожди, нам надо... Ага, сразу идем. Так, идем. А нет, нет, вот здесь идем. Здесь есть проход. Здесь можно пройти. Так, идем к порталу. Блин, надо уже активировать там портал. Типа, где он? Раз так далеко начинать, что-то я замучилась. Так, идем. А вот он, телепорт в центре. Господи, все видели, только я не видела. Недостаточно манны. Недостаточно манны.
Подожди. Че, нету лечения вообще? Погодь, погодь. Че ты мне тут придумываешь? Нету маны у меня. Сейчас, пока ты тут разбираешься в инвентаре, его убьют. Без нас. А я не могу, пока тело не найду. У меня только доступна... Мне нужна манна. Одна... Один уровень вот этих вот лечилок. Мне надо, что у меня было 3. Я так замучаюсь. Лечиться так. А в какой стороне у нас тело-то было? Тут мы не были, раз не изучено. Значит, нам надо не сюда идти. Да, как раз нам сюда. Я активировала ловушки. Так, вот мое тело. Так, хорош. Золото. Сейчас свое золото выгребаем. Нет, тушь у нас было, да? Так. Нет, этот шлем даже больше нравится. Но его не выбрасываем. Время отравления уменьшается на 25%, 69 к атаке. Амулетов у меня больше и нету. Все взяли, да? Угу. Такси до городского портала один есть, ну и хорошо. Ой, подождите, блин. Его там сейчас убьют. Фига себе. Все ловушки активировала, офигеть. Да блин. Тихо, отойди оттуда. К здоровью. Что-то даже лучше. Ну-ка, сейчас проверю, каким мне легче драться мечом. Этим, однозначно. А, я не меч выбрала. Мне нужна манна. Добили гроб. Выпал гроб. Сколько свитков красных повыпадало. Так, я не так сделала. Так, надо меч и моя суперспособность. Зелье оттаивания. Тяжело, ключа нифига нету. Мясо. Поперло драгоценный камень, кстати.
говоря. Давно мы их не находили. Можно вставить в предмет. Все, да? Тут у нас все оснащено. Луки мы не собираем, золото. Кстати, это не портал, нет, к сожалению, нет. Лечилка, перчатки, сейчас посмотрим. Сабля. Я не могу нести больше. Так, сейчас глянем. 10 шансов прочесть заклинание к радиусу света. Подожди, а это что у нас такое? Фигня. Да, перчатки можно взять. Перчатки куда выбросила? Перчатки куда-то исчезли. Отойди отсюда, ведьма старая. Ничего, все здесь собрано. Тут у нас все, у нас тут ловушки. Куда мы такие суммы здесь собираем? Ничего себе. Она мне не снилась. Гремучее зелье, по-моему, случайно подобрала. Мы не боимся яда. Отлично. Так, смотрим. Где мы еще не были? Так. Вот здесь еще не были. А что у нас по заданию? Нам нужно найти дневник Хоразона. Идем ищем дневник. Так. Так, устанавливаем что-нибудь. Ничего не устанавливаем. Подождите, все, я свое собрала, да? Ага. Ну, в каком бы порядке мы ни проходили, не будет в конце, да? Или это так у меня так получается? Блин, здесь кругом огонь. Мана. Золото.
Подожди, я... Надо это... А, это... Повелительница вампиров. Я думала, что это ловушка. Хотела ее уничтожить. Сначала деактивировать ловушку. Подожди. Че я цепанула? Душающий газ. Так, а здесь на что? Так, у нас маня выпала. Ничего не пропускаю. Слушайте, а вы что, обновились? Мне кажется, ладно. Подожди. Сейчас. Я к тебе спущусь, милая моя. Удобно ты тут устроилась. Замедляющийся. Так. Тут мы были. Тут у нас амулет. Ой, у нас алтарь. Кстати, что я тут подобрала? Нам надо вернуться и посмотреть, где я не была. Подожди. Надо качнуться. Подожди. Иди сюда. Надо качнуться. Живучесть. Нам ловкости не хватает. Мне так жалко на нее тратить. Там был какой-то меч, на который нужна ловкость. Подожди. Надо обойти ее стороной. Сейчас я этих колдуней огнем зачищу. Дальщица. Ты до сих пор не справился с этим привидением? Ну ты молодец. Я так надеялась.
Рубина с шипами. Сам ее тащи. Золото. Это не портал? А жаль. Было бы замечательно. Золотишечко. Лук. О, еще одна ловушка. Талисман, кстати, подобрали. Чего я там подобрала? Большой талисман. Хранить в рюкзаке. Защита от яда 4%. Продать бы нам это, да? Поспевается, наверное, ловушка. Если сразу же ничего не выпало, значит, это подстава. Вон я вижу еще лестницу, где мы не были. Я бегу туда. Телепорт. Наверное, здесь должен быть дневник. Хороший такой урон мечом. О, еще один телепорт. Мне кажется, или я слышу мяуканье? Такая озвучка, такое оформление. Опять хомяк мечется в клетке. Иди уже, находи дорогу. Мне твоя помощь нужна. Да ёлки-палки. Я случайно... Да... Господи. Промахнулась. А то она будет там с этого берега рукой махать. Точнее, посохом. Так, подождите, мы в самое начало, что ли, вернулись? Главное не запутаться в этих телепортах. Дайте мне пройти.
напарник уже понял, что к чему, решил постоять в сторонке. Кстати, кольцо наше какое-то. 28 к золоту. При убийстве монстров. Пусть пригодится. Нам с вами надо накопить 63 тысячи. Моя цель. Так, главное, что у нас есть света городского портала. Один штук и... Прекрасно. Там кошки мяукают, их закрыли в туалете, они мяукают. Подожди, это не светок идентификации, нет? Как-то вас многовато. Голова зомби. Правильно, поспевай за мной. Ты никак не добьешь привидения. Нельзя стоять, они сейчас нас забомбандируют своими огненными шарами. Да я блин, где хоть лечилки-то? Нету лечилок. Ой, напарник погиб. Я погибла. Защитного купила. Пусть поближе ко мне будет. Так. Оружия даже нет. Недостаточно манны. Мне нужна манна. Я не могу найти свой... А вот она. Подожди, не туда. Как мне туда попасть? Вот она. Yeah.
Так, я все подобрала, доспехи. Так, перчатки эти одеваю. Кольцо. Это надо будет сложить. Про запас. Защита от дальних ударов как раз нам это нужно. Они постоянно пользуются магией огня, эти ведьмы, защитницы или покровители вампирам. Так, здесь мы были, там опустошенный алтарь. Мана или чего там. Выносливость накапливаю. Казим с нами сейчас бегает. Казимчик. От дальних атак защита. Сейчас на меня. Один как максимальный урон. Это снижает на 1к урон. Кольцо. Треснувший череп выпал. Защита от огня, кстати. Нам надо поставить. Сейчас нам нужна защита от огня. Они сейчас огненными шарами балуются. Что это означает такое? Что мне сообщаете? Ой, нам нужно найти дневник. Заколебался искать дорогу. Стоим и ждем. Блин, опять пришла сюда же. Подожди, мы пришли по кругу, а с другой стороны обошли. Давай тогда проверим не здесь. Где я вначале хотела проверить? Нет, мы тут были. Я заблудилась. Кадзим у нас вообще где-то потерялся. Может, вот здесь еще не была? Если я именно там не была, и там будет дневник, вот прикол. Закон плотности, да? Или в этом все-таки действительно тупик? Да. Я тут не была. Забавно. Сначала эту ведьму надо убить. Она тут своими огненными шарами машет. Лечения нифига нет.
все, здоровье на мели. Добрый, я всех скупила, да? Отлично. Хотя бы в дело. Очень важное. Что там у нас? Брони нету. Надо уже найти этот злосчастный дневник. Закон подлости. Я изучила все. И... то, что не изучила, осталось последнее место на карте. Там, оказывается, есть дневник. Но я еще не проверяла, но, скорее всего. Лирандом на это так происходит специально, что в конце этот дневник игрок мог найти. Сейчас надо кое-что проверить. Ай, блин. Топор этот надо проверить. Ой, хотела поставить оружие. Я не могу нести больше. Что? Вообще ничего не можешь. Я бегу. А, сейчас. Подожди, дорогая. Я не могу нести больше. Нам бы его продать. Вытащить фиговый. Не хочется тащить. Перчатки классные. Возьму шлем еще. Ну все, впритык у нас. Пойдем. Эй, ты что это? Спрятался за колонной. Я тебя и не вижу. Так, ловушка должна сработать. Просто я обращала внимание, когда долго открывается сундук. Скорее всего, там ловушка установлена. Если он пустой. Мне кажется, почти пришли. Подождите, я вам устрою куски мать. Собрались они там. Подожди, куда ты побежал? Подожди. Зелье выносливости. Хуже всего, когда они встанут в проходе и не пропускают. Я перебью. Это с двух сторон. Чё, ты не можешь справиться с поведением? Да ладно. Это у нас повреждено, его надо чинить. Почему он красным цветом? Да. Его надо чинить. Погибла, что ли, в прошлый раз, и потом свернула в другую сторону. Поэтому почему-то забыла, что здесь еще есть проход. Подожди, там лечилка. Не забываем с тобой. Собираем. Напарник наш опять потерялся где-то.
Почему я дневник-то не могу найти, блин? Нифига себе, она заклинание наложила на меня. Или это не она? Или это вон те? С другого островка любви? Да не может быть такого, блин! Там какой-то жрец. Ой, вот почему такое заклинание было. Я так сейчас увидела. Херовенько. Херовенько, у нас опыт отнимают. Привет. Я их не возрождаю. Потому что больно дорого они стоят. 30 тысяч. Я разбираю только так этих помощников. Перемещаемся. В принципе, можно было там спуститься. Мой напарник не понял, зачем я это сделала. Так, я иду вперед. Ты меня прикрываешь. Мы почти пришли. Это то, что я выбрасывала, кстати. Кольцо. Амулет. Здоровье. Еще одно кольцо. Щит. Зелье, противоядие. Противоядие. Вот бы еще могло автоматически одеваться, но нет у меня места. Но хотя бы есть свободное место на самом игроке. То есть можно сюда шмотки одевать. Ага, фигушки мне. Так, у меня есть... Да не так все должно быть. Я не могу нести больше. Да я вернусь. Мне надо вылечиться. Вот так вот. Да, напарник, наверное, погиб, но я не могла позволить еще раз его умереть. Мне нужно было добраться до тела, чтобы активировать вот эти вот все свои ячейки. Огнем они вот как раз снижаются. Так, что-то не знаю. Так, сейчас попробуем еще раз. Неплохие у тебя заклинания. Я не могу нести боль. Добралась я до тебя. Где наш? Вылечились. Хоразон, твоей ловушке конец. Я перегружена. Золото. Сейчас возьму трезубец.
Что у нас с кольцами? Это 69 к атаке, золото. Сейчас посмотрю, что это за трезубец такое. Ничего хорошего. Искатели гробницы Талраша найдут ее с помощью портала. Но знай, что светящиеся знаки, записанные в моем тайном святилище, указывают на 6 ложных гробниц. Недостающий 7-й знак отмечает гробницу Талраша. Харадри мы, несомненно, назвали бы его главным. Это был блестящий, но краткий миг, когда магические кланы оставили разногласия и вместе работали против общего врага. Харадри мы безжалостно преследовали Троицу через разоренные империи Востока и неотмеченные на карте районы Запада, оставив руки Архангела Тариэля незапятнанными. Предвкушая гибель Троицы, нестабильное содружество Харадримов стало распадаться. Оставив благие помыслы охранять камни душ, несравненные кланы начали грызться друг с другом из-за мелочных разногласий. Эти стычки не только разрушили их братство, но и усилили зло, которое они похоронили в холодной земле. А я думала, Ауриэль я почему-то называла, а здесь оказывается Тауриэль. Так Ауриэля просто еще называют Уриил, Уриэль. Это архангел Уриил, целитель, покровитель животных мелким, медиком, целительству. Можно просить о выздоровлении животных, но и вообще он просто лекарь, насколько я помню. Но они могли изменить. Я просто почему-то у меня в голове была Уриэль, а тут Тауриэль сказали. Так. Подожди, я хотела тело свое забрать. А, я уже забрала, да? Зелье маны. Противоядие. Так, ну все, нам открыли портал. Я так понимаю, это портал к Талрашу, что ли? Нет, подожди, мне надо это, наверное, все сбросить. Что там у нас по заданию-то? Квест. Да, мы нашли дневник. Нет, дневник. Прочитали его, а дневник-то куда делся? А, мы просто его здесь, да, прочитали. Его взять нельзя с собой? Искатель. Нет. Так, я активировала телепорт и теперь отправляюсь обратно в Лутгалейн. Сейчас хочу сделать. Нам нужно починить вот этот меч, походу. Кто у нас этим занимается? Сейчас проверим. Ты? Вера сильнее любых доспехов. Щит укроет тело, но вера укрепит храброе сердце. Мне не жалко этого, может быть, заклинателя. Его жуткие претензии на демоническую силу были его гибелью. Твое участие лишь ускорило неизбежное. Хорошо, слушайте, а мы у нее разве квест этот брали? Починить все. Да, починила. Что-то тяжеловато, походу, делать с этим мне ходить. И смотрите, как мы дешево продали это. Это не буду, это тоже давно хотела продать. Эти перчатки не буду. Точнее. Этот амулет тоже, в принципе, можно продать. Так, хорошо. Нам нужно... А, двуручное оружие можем все что подобрать. 17 тысяч. Сейчас я сюда сложу тогда. Вот эти перчатки. Камушки.
Может быть, у тебя обувь Привет. Есть подходящая для меня? Тринадцать процентов повышения защиты, повышение максимальной прочности 10%. Так, ну ручное оружие. Здесь что-то я не хочу ничего покупать. Это тоже надо сюда положить. Пусть у меня все мои руны лежат здесь. На видном месте. Хорадрический куб. А, его, наверное, стоит взять. А нам нельзя прокачаться? Сейчас времени надо сохраниться, и может быть, конечно, мы начнем еще один квест. Сейчас я подумаю, ребят. И вам сообщу, но вам разницы нет. Сейчас мы будем или нет играть.